Россияне продолжают активно обсуждать некрасивое поведение 74-летней Аллы Пугачевой, которая уехала из страны, а своих соотечественников обозвала рабами и холопами. Музыкальный критик Сергей Соседов никогда не скрывал своего негативного отношения к супруге Максима Галкина, считая ее как минимум переоцененным артистом. Однако моральная деградация, которая происходит с Аллой Борисовной сейчас, журналиста поразила. Он высказал свое мнение в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ. Кто это сказал? Наша главная старперка, прости господи, рабы и холопы, а она, барыня, выискалась. Пугачева была когда-то талантлива. Нужно оставаться человеком, но оказалось, что ей этого понимания не дано, отметил Сергей Васильевич. Отдельно раскрывший близкие отношения с Эдитой Пьехой критик припечатал и Лайму Вайкуле, которая не так давно назвала себя кормилицей Советского Союза. Соседова возмутил тот факт, что латвийская певица яростно критикует страну, которая и сделала ее звездой, тем самым, по сути, рубя сук, на котором сидит. Где была бы Лайма Станиславовна, если бы не советская публика? Кем бы ты была без Советского Союза вообще? Кто бы тебя видел, где бы тебя слышали? И она что-то там выступает. Видимо, Господь лишает этих людей ума. Я считаю, их карьеры закончены. Публика должна сделать выводы, если они захотят вернуться сюда с концертами, отметил Соседов. В целом же ведущий говорит, что ему жаль артистов, сейчас критикующих родину, ведь они потеряли ориентацию в пространстве, решив, что поймали Бога за бороду.